Дорогие друзья, всем привет! Помните, я экспериментальный ролик записывал, создал новый аккаунт, сдонатил туда кучу гемов и открыл 100 больших ящиков. Мне было интересно, что выпадет на нулячем аккаунте, где нету ни одного персонажа, и я открою сразу 100 больших сундуков. Это было очень эпично, кто не смотрел тот видос, где-то ссылочка может, или, ой, подсказка всплывет, обязательно зацените. И сегодня, представляете, я на... Итак, дорогие друзья, ну что ж, я уже на аккаунте, все зашел, все окей, Supercell ID мне выдали. И так как я планировал сюда донатить больше, чем я потратил на аккаунт я всего лишь 3000 потратил, я сейчас закину еще сюда $100, офигеть, тут еще и акция с Леоном. Короче, мне этот аккаунт, ну, по сути, не нужен был, это эксперимента ради, как и с Зебраилом мы записывали. В конце я аккаунт этот разыграю среди вас. Вы, кстати, в конце ролика узнаете условия, что нужно сделать, и как раз посмотрите, что я выбью. Ну, никнейм, мне не нравится никнейм, давайте его поменяем. Кстати, давайте Барли заберем. Вот он, Барли, сразу со скином, я так понял. Да, да, отлично. И давайте, короче, подарок. Короче, сейчас будем донатить сюда до хрена всего. Никнейм, я ни разу никнейм не менял. Можно поменять никнейм? Где? А где изменить имя доступно после 5 уровня? К сожалению, нельзя изменить имя. Но... вы сами потом поменяете его, хотел сделать счастливый подписчик. В общем, кто выиграет, обязательно сделайте никнейм счастливый подписчик. А вы, подписчики, когда увидите его в ШД, обязательно ему будете передавать привет. А то как-то вот этот никнейм, как будто бот какой-то. Итак, друзья, у нас уже 3000 гемов есть, но для всего красивой картинки я еще сюда сейчас закину гемасиков. Поехали. Бам! И еще 2000 гемов улетают. Итого у нас уже 5 косарей. Аккаунт только, блин, вот нулячий. Я не знаю, когда его создали, но я вот только зашел на него и, блин, уже здесь 5000 гемов. Ну, прелесть просто, прелесть. Давайте, ребят, если на этом ролике соберем 100 тысяч лайков, я сделаю что-то прям грандиозное. Мы прям, ну, прям жестко сделаем что-то интересное. Больше гемов задоначу, я про это имею в виду. Так, ну и, конечно же, давайте сразу на вот эту акцию. Ну, как ее не купить? Давайте. Так, в принципе, можно, конечно, купить сразу Леончика, но я... о, сходу просто. Давай сразу еще один перс. Нет, к сожалению, нет. Так, ну что, откроем вот эти два ящика. Охренеть просто. Давайте открываем эти 89 ящиков. Ой, два маленьких ящичка. Падает нам роза. Отлично. Далее. Мне интересно, выбью я всех бравлеров? Я открою больше 60 где-то сундуков. Интересно, выбью я всех бойцов? Их не так уж и много, как кажется, да? Я уже, смотрите, сколько выбил, блин. Барли, Поко и Розу. И еще все гемы на месте. Ну что, друзья, будет жарко. Обязательно подпишитесь, поставьте лайкос. Вот такой вот лайкос. И погнали. Погнали открывать. Капец, на 5 косарей гемов. Хренеть. На, рикошет. Жесть. Ну сейчас будет, конечно, много падать вот этих не супер редких бойцов. Вот, ну я имею в виду там мифики, леги. Но, ребятки, поставьте лайк на удачу, чтобы дропнулась лего. Потому что, ну, донатится не... опа, 7, охренеть, я первый раз такое вижу. Охренеть, 7 предметов. Вы видели хоть раз 7 предметов? Охренеть. Вы можете перемотать, реально было 7 предметов. А ну. Примат падает и... и кто еще? И Карл, охренеть. Блин, реально круто. Тупо два бойца подряд. Блин, вот бы две леги подряд. Так, 5 предметов. Ну, 5 предметов, ничего особенного. Так, я буду каждого персонажа скринить, потому что мне потом нужен отчет, сколько всего бравлеров я выбил. Ну, хотя, ну, я в том плане, что мне на превьюшечку потом это все пойдет. Так, сейчас посмотрим, сколько уже я выбил. 6 бойцов, ребята, и потратили всего лишь 500 гемов. Всего лишь 500 гемов. Да, конечно, мегаящики открывать гораздо интересней. Я думаю, что прокачивать смысла персонажей нету. В любом случае, мы на фул их не прокачаем. Это 100%. Уже пускай новый владелец этого аккаунта заберет его и сам уже решит, кого прокачивать, кого нет. 6 предметов. Сейчас будет новый боец. Чекайте. Давай, лего! Нет, это Пенни. Сейчас мы выбьем самых таких менее редких бравлеров. Кстати, давайте посмотрим шанс на лего. А шанс на лего у нас пока не изменился. Очень странно, кстати. Видимо, после сверхредких, когда падает эпик или мифик, тогда меняется шанс на лего. Наверное. А может и нет. Так, смотрите, мы уже на косарь гемов потратили. У нас еще очень много. Блин, как же я люблю такие выпуски. Друзья, если вам нравится подобный формат,
Накидайте лайкосов, напишите в комментариях, хотели бы вы еще продолжение, потому что, ну, когда идет фидбэк, когда хорошая поддержка, я готов подобные ролики записывать, блин, ну, конечно, не каждый день, но хотя бы там с периодичностью раз, там, может, в две недели, хз, может, раз в месяц. Ну, блин, донаты и так постоянно улетают много, ну, а вот на нулячий аккаунт это прям будет супер затратно, если постоянно донатить. Но мне это очень нравится, и вам тоже. Опа, Дэрил, блин. Мне интересно, выбьем всех бойцов или нет с мегаящиков? Потому что с больших ящиков я выбил 11, да, по-моему, бравлеров? Блин, я забыл. Сейчас посмотрим, сколько с мегаящиков. Конечно, тут на 1000 гемов больше, на самом деле, такое себе сравнение. Но я хотел еще больше задонатить, но я это сделаю, если мы наберем на этом ролике, опять же, сотку лайков. Да, на первый взгляд покажется дохерище, но ролики собирают по 200 тысяч просмотров. То есть 50% зрителей, которые сейчас смотрят этот видос, должны просто подписаться и поставить лайк. Все, и блин, а с меня опять контент и те аккаунты, на которые я доначу, я всегда, ребята, в основном это делаю для вас. То есть, либо вам на аккаунт, либо тому, кому я доначу, ну, если это новый аккаунт, я разыгрываю его среди вас. На основу мне донатить не надо, на основу у меня фул. Мне больше и не надо в этой игре ничего. Все остальное я стараюсь делать это для видосов и дарить это вам. Поэтому подписывайтесь на инстаграм мой, потому что в инстаграме очень часто розыгрыш. И сейчас идет розыгрыш Леона в инстаграме. Сегодня, кстати, на стриме разыграем. Я думаю, вы и так участвуете. Если что, ссылка в описании, если кто не в курсе. В инстаграме сейчас розыгрыш на Леонов, да. Которых, кстати, можно купить, если не выбьем Легу. Кстати, блин, офигеть, долго ничего не падало, согласитесь. Сколько мы выбили бойцов? 8 бойцов. И уже, слушайте, мы... Не, ну еще половину не потратили гемов. Не, потратили почти. Сейчас вот еще парочку мегаящиков, и все. И ровно половина улетела, друзья мои. Слушайте, достаточно затратно подобные ролики записывать. Блин. Так, какое рекордное вообще количество гемов вот так вот задоначено было с нуля? Может перебить этот рекорд? Как думаете? Напишите, какое рекордное количество вы видели и на каком канале. Я посмотрю этот видос. Если вам было интересно, я бы перебил. Но мне кажется, что никто так много сразу с нуля не донатил со старта. Ну, в СНГ я точно не видел. А вот, мы уже потратили больше половины тем временем. И пока что, ребятки, не радует меня открытие, потому что еще ни одного эпика, ни одного мифика и уж тем более ни одной легендарки. А с мегабоксов, ой, с больших боксов, вспомните, мне дропнулся Леон, мне дропнулся мифик. Просто офигеть. Но, как говорится, еще не вечер. И еще, я думаю, все впереди. Блин, знаете, у меня вот дилемма с темой, где реально больше дроп. Опа, 6 предметов. С мегаящиков или же одинаково? Но, блин, с больших ящиков пока побольше дропалось. Хотя оно периодично. Так, пожалуйста, поставьте в этот момент лайк, чтобы дропнулось лего. Чекайте, поставили? Чекайте. Опа, а это Пэм. Ну, Пэм крутой персонаж, это эпический бравлер. И... Опа, опа, и сходу еще один боец. Да ты шо, вообще ляля. А ну. Пам, Пайпер, отлично. Два эпика подряд, слушайте, жирок, согласитесь. Давайте посмотрим, что у нас по эпикам. Еще два эпика, три мифика, три леги. Капут. Ну погнали, откроем. Может, в конце оставлю 400 гемов, чтобы купить сразу акулу Леона, если не выбьем вдруг. Вот. Так, сколько у нас? 1700. Ну блин, офигеть. На самом деле я ожидал большего с этого открытия, потому что потрачено... В общей сумме, если считать со всеми гемами, хоть и не я 3000 сюда донатил, сколько это? Это $100 плюс 50-150 плюс я $250. Ну хотя, за $150, блин, мы плюс еще Легу можем купить на самом деле. Легу мы можем, я считаю. Опа, 6 предметов, пацаны. Сейчас вот уже мы всех редких выбили. Сейчас либо эпик, либо мифик, либо Лего. Все зависит от вас. Если вы хотите Легу, все дружненько вот так вот взяли, подписались, поставили лайк. Вот давай, вот смотри, остался один предмет, и вот мы сейчас проверим. Вот пойди проверь, поставил ли ты лайк в этот момент и подписался ли ты. Если вдруг еще лайк не светится синеньким и подписка горит красным, прожимай и туда, и сюда. И сейчас должно что-то вылететь прекрасное, редкое, интересное. Я закрываю глаза, не хочу это... Не, хотя не, я хочу это видеть. Спайк! Лео! Еп!
Воробушек, пацаны! Ну видишь, я только попросил всех вас дружно поставить лайкос и подписаться, и мы получаем легендарку. Сколько раз это уже работает? Просто, если хочешь так же, чтобы у тебя она была на аккаунте, и если ты еще вдруг не подписался, и ты скептик, не веришь в это, продолжай дальше открывать сундуки и ничего не выбивать. А те, кто подписались, ждите, вот оно! Ха! Да ты, блин, вообще порадовал в конце, охренеть! И смотрите, у нас остается еще 1400 гемасов. Блин, если я сейчас куплю Легу... Нет, думаю, что надо купить Легу. Ребят, короче, покупаю легендарочку. Покупаю. Причем сразу со скином он летит. Чекайте, и скин еще летит, охренеть! Просто вы понимаете, что это все вам. Вот этот аккаунт, охренеть, я сейчас твинка свою разыгрываю, этот аккаунт разыгрываю. Боже, сколько розыгрышей, плюс 3 акции с Леоном. Охренеть, это просто это... У меня передоз уже этих конкурсов. Ну, зато больше участников, больше шансов у вас всех выиграть. Участвуйте во всех конкурсах, это все бесплатно. Блин, сколько победителей надо выбрать. Но в конце ролика условия, что надо будет сделать, чтобы выиграть этот аккаунт. 1000 гемов осталось. Ну что, продолжаем, пацаны. 6 предметов. Бля. Ну, блядь, не важно, что выпадет. Эпик, мифик или, не дай бог, лего. Это в любом случае уже круто. Еще один новый боец. Проверяем. Если бы это был бы Спайк, я сейчас бы просто, наверное, с ума сошел. Или Сэнди, да? Ух, блин. Ребята, охренеть. Это очень жарко. Очень жаркое открытие, блин. Мы выбили 2 леги уже. Аккаунту, блин. Я не знаю, сколько дней, но 0 кубков на аккаунте. И какой же жирный донат, блин. Надо еще кого-то выбить. Блин, напоследок. Давай, не томи. Сегодня у нас только большие мега ящики. Ну, на сдачу откроем, может, больших ящиков, конечно же. Так, получается у нас 700 гемасов, ну давайте. 6 предметов, блин, пятеро предметов, окей. Еще раз, так, 5 предметов, окей. Блин, вы уже можете прокачать его нехило. 12 тысяч золота, блядь. Фух, трэш, охрененно. 5 предметов, так. Опять 5 предметов, блин, давайте еще одного персонажа, пожалуйста. Тупо еще одного, и будет жир. Походу все, на этом завершаем мы. Так, 340 гемов. Так. Да, походу. А давайте посмотрим, какой шанс на выпадение. На Легу 0.7, но на остальных, по-моему, шанс не меняется. Что нам надо выбить, получается? Биби хотя бы, да и любого мифика. Легу уже все, достаточно, блин. Камон, мы выбили 2 леги. Ну, одну выбили, одну купил. Какая разница? На этом аккаунте 2 леги. Охренеть просто, вот это жирок. Блин, как бы я реально был бы рад, если бы у меня не было возможности, вот, допустим, задонатить. Ах, с последнего сундука подвело. И я бы выиграл такой аккаунт. Я бы серьезно был бы рад. Итого у нас получается последний большой сундучок. И с него, к сожалению, ничего не падает. Жаль, напоследок мы не добили. Ну я ору просто. Просто трэш. Плюс 13 новых бойцов. По-моему, с больших ящиков мы выбили, ребята, 11, но с учетом того, что мы задонатили 3000 гемов, а здесь на 2 косаря больше. Даже не знаю, либо повезло, либо с больших ящиков все-таки выгоднее открывать большие ящики. Не знаю. Пишите вы в комментариях, что вы думаете по этому поводу, накидайте лайкосов как можно больше, а теперь самое главное, что нужно сделать, чтобы забрать этот аккаунт. Друзья, первое, это подписаться на мой канал. И второе, по ссылочке в описании будет ссылка на Clash Service, на паблик. Там будет закреплен пост. И совместно с Clash Service мы этот аккаунт разыграем, потому что мне он не нужен. А вам я хочу его подарить. Результаты будут 16 октября в этой группе по репостам. Вам нужно репостнуть запись в паблике Clash Service. Ссылочка на запись будет в описании. Просто репостнули и 16 октября забрали этот аккаунт. Все, с вами свяжутся, все выдадут, все честно, прозрачно. И навсегда этот аккаунт останется у вас. 2 леги, 3 мифика, 4 сверхредких. Ну и все в том духе. Спасибо, что смотрели. Обязательно накидайте лайкосов, подпишитесь. Всего хорошего, не болейте и до скорых встреч. Блин, круто, я заряжен. До новых встреч, пока.